Умбит Мюкенфарда, даже на то. Познакомьтесь, моя роскошная ассистентка, мисс Ван Айк. Smokrubdena, smokrubdena, elustiga att se. Herregud. Smokrubdena, smokrubdena, elustiga att se. Hej svansare, svansare, öron av att ge. Hej svansare, svansare, elustiga att se. Jag smog snällt без риска. Ну ладно, ладно. Так что вы вкололи? Смехотурку. Знаете, Эндертон, раз уж мы с вами старые знакомые, хочу сделать вам скидку по дружбе. Что скажете? Неужели вы меня не помните? А мы встречались? О, еще как встречались. Где, в нашем округе? Ага, в Балтиморе. И в Балтиморе? Да. И мы старые знакомые. Соломон Эдди, доктор медицины. Я был пластическим хирургом. Не помните? Я специализировался на ожогах, в основном у женщин. Я вас посадил. Ну да, посадили. Вы еще вели записи. Фиксировал трюки. Вы поджигали пациентов. А потом их тушил. Одних сразу, других чуть позже. Но давайте-ка лучше сменим тему, ладно? Ведь будущее намного, намного интереснее, чем прошлое, не так ли? Вот и мисс Ван Айк. Я боюсь, она на все уже готова. А ради ваших дивных глаз. Я знаю, о чем вы думаете, Джон. Как он может этим заниматься? Ну, надо сказать, я провел очень много времени в тюремной библиотеке. Да, это позволяло реже сталкиваться с неприятными аспектами пребывания в тюрьме. В заключение я хорошо просветился, у меня открылись глаза. Уж поверьте мне, ничто так не просвещает, как, например, мытье в душе, в то время как битюк с причиндалами, которые кувалдой не перешибешь, тебе на ухо шепчет: «О, Нэнси, о, Нэнси». Да, много было веселого. Спасибо вам за то, что отправили меня туда, за то, что дали мне возможность многое узнать о самом себе. Теперь услуга за услугу.